На ремонте вот такая бензопила Oleomag 947, судя по всему, оригинальная. Значит, когда она пришла, привез через кого-то там человек, начал дергать, нету компрессии, сразу сказал, что нужно решать вопрос через замену хотя бы колец. Человек сказал, нет, заводится хорошо, не будет замены поршневой, потому что это фирменная, на нее не найдешь, давай смотри карбюратор. Ну, я согласился, что, может быть, я что-то не понимаю, может, действительно что-то не так. Ну, и оказалось, что что-то не так, оказалось, что в нее уже кто-то лазил, и поэтому стояла свеча не родная, и без колпачка и недокрученная. А я попробовал, компрессии нет, поэтому и не было компрессии, потому что свеча стояла недокрученная. Поставил новую свечу, ну, этот я имею в виду колпачок, а здесь, видите, нет его вручную. Значит, действительно, заводится, бум, только сбрасываешь с... только сбрасываешь с состояния подсоса, сразу брррр, глохнет и все. Здесь есть подкачка. Когда начинаешь подкачивать, начинает вот здесь подтекать топливо. Ну, я решил обратить на это внимание. Открутил вот эту крышку. Она на три винтика. Вот эту крышку. Значит, снимаем, откручиваем три винта, снимаем насвечник и определился я, что вот я уже вытянул, вот сюда подходит трубка на вход, и если вытянуть, то вот смотрите, в каком состоянии она порвана. В принципе, она так вот согнута, и какое-то какая-то герметичность существует. Но потом сразу сосет воздух. И поэтому, скорее всего, из-за этого не хватает топлива. Ну, я так думаю. Во всяком случае, у меня есть такая мысль, что я сделаю. Значит, этот шланг просто вытаскивается прямо туда, плотно внутрь, в бак входит. Без переходников, без ничего. И там внутри такая набалдашник, утяжелитель, чтобы он на дно падал, ну, с сеточкой. Значит, вот я просто для того, чтобы проверить, немного вытащил. Сейчас обрежу эту часть и на место поставлю. Посмотрю, чем все закончится. Просто лезвием обрежу и вставлю как есть. Я обрезал, туда просунул, и сейчас пинцетом через это отверстие постараюсь вытащить, чтобы ничего не разбирать, просто постараюсь вытащить его сюда, если получится. Не хочется все разбирать. Ну что же, чудо на самом деле произошло. После того, как я поставил трубку, ну, пришлось, конечно, порегулировать, потому что до этого я что только не регулировал. Пришлось отрегулировать и количество оборотов, и качество смеси на холостых и на высоких. Ну и теперь вот так это выглядит. А, простите, я не включил. Можно добавлять. Как видим, простая поломка. Ой, получается, что простыми манипуляциями необходимо было просто увидеть, что подсасывает воздух,
из-за того, что выливается. Соответственно, когда начинает всасывать карбюратор, оно не выливается, а засасывает. Воздух засасывает сильнее, когда включен подсос, и тогда еще хватает бензина. Но когда подсос не включен, вакуум не такой сильный, и уже не хватало бензина, и он из иглы. Повторяйте, я ошибся с компрессией, потому что предыдущий кто-то ковырялся и не докрутил свечу. Ну вот, а я думал, что это прямо от хозяина. Повторяйте, увидите, что на самом деле простыми способами можно ремонтировать сложную технику. Бензопила на самом деле не всегда просто ремонтируется, просто нужно увидеть правильно причину. И не все умеют регулировать низкие обороты и высокие. Тут нужно потренироваться, но на самом деле это не сложно. Увидимся на канале. Всего доброго.